Далее в программе наша постоянная рубрика «Мозги на вынос». В гостях Аким Карасаев. Смотрим. Здравствуйте. Я Нияз Абазганов, это «Мозги на вынос». И у меня в гостях лучший юморист Кыргызстана, гордость нашей страны, Ильдияр Кенинсаров. Здравствуйте, Ильдияр. Я вообще-то не Ильдияр, я Аким. Сейчас, подождите, мне звонят. Алло. Ты кого мне привел? Я же Ильдияра просил. Я его не знаю. Ладно, разберемся. Вот научите меня, как вы делаете вот эту вот фразу «Эй, Санджар»? Просто выдвигаешь губу и все. А как? Вот так. И произносите? Не произноси. Да. Ну, это ваша фраза? Ну, вообще-то, Ильдияра Кенинсарова. А вы сейчас кому говорите, Ильдияру Кенинсарову или мне? Вот вам имя второе вы назвали. Аким. Аким. Да. Четыре буквы, все. Я просто не слежу за вашим творчеством, поэтому я не знаю. Такой вопрос. Вы участвовали в Comedy Battle. В первом сезоне вы дошли до финала и не выиграли. Во втором сезоне вы дошли до полуфинала и не выиграли. Почему вы не участвовали в третьем сезоне и не дошли до четвертьфинала и тоже не выиграли? Я хочу пропустить 2 года и вообще не попасть на передачу. Ты не боишься, что в этом году сборную «Азия Мисс», в которой ты сейчас играешь, она тоже не выиграет из-за тебя? Если этот вопрос адресован Ильдияру Кенинсарову, то вот не боюсь. Все вопросы теперь адресованы тебе. Мне, да? Если чисто мне, то тоже не боюсь. Потому что... Все. Я желаю, конечно, команде «Азия Мисс» побед, но в том случае, если она проиграет, ты не боишься, что люди начнут тыкать пальцем в тебя из-за того, что ты там играешь, и поэтому команда не победила? Я уеду из страны. Если люди начнут тыкать пальцем, можно я, пользуясь случаем, первый сделаю это? Ты же и так это делаешь. Нет, вот так. Да. Вот, вот так можно сделать? Ты всегда так делаешь. Как ты это делаешь? Тебе ломали руки в детстве? Нет. Такой вопрос. Ты можешь рассказать свою самую лучшую шутку, если шутки пишешь ты? Шутку самую лучшую свою? Да. Блин. У меня нет своих лучших шуток. Я могу рассказать чужую лучшую шутку. Давай. Не могу. Следующий вопрос я хотел задать солисту группы «Нон-стоп». Но так как пришел ты, я задам его тебе. Давай. Ты не пробовал заняться юмором? Нет, для меня песни – это важнее всего. Спасибо, это был Аким Карасаев.